В Ивановской областной думе 7-го созыва Виктор Смирнов, председатель предшествующего парламента, проработал недолго. Почти дружно 19 голосами коллеги выдвинули его на пост сенатора от регионального ЗАГС-собрания. Против выступила лишь партия КПРФ. Они предлагали своего кандидата Вячеслава Арбузова, но поддержки не получили. Намерения одни – отстаивать интересы региона, отстаивать интересы жителей Ивановской области в федеральном законодательном процессе. Прекрасно отдаю себе отчет, какая ответственность на мне лежит, поскольку Совет Федерации именно тот орган, который в законодательном процессе представляет интересы регионов. И всегда на него ориентируется по мнению регионов о содержании тех или иных федеральных законов.